скорость от 10 до 20 километров, в зависимости от загрязнения дорог. Промывку городских дорог проводят дважды в год – весной и осенью. Пришла пора подготовить дорожное покрытие к новой зиме, которая, по прогнозам, может быть очень снежной. Три автомобиля спецтехники движутся колонной, трудятся с утра. Для удаления загрязнений с поверхности асфальта используют специальный шампунь. Обычная вода не справится. На данном этапе производится подготовка к зимнему периоду. Шампунь марки «Торнадо». Мы сейчас будем производить смывку жирных пятен с автодороги. То есть это капавшие масла с автомобилей, где-то протечка топлива, где-то, допустим, следы шин. Перед зимним периодом это надо производить обязательно, чтобы реагенты в зимний период работали более эффективно. Производитель гарантирует, моющее средство совершенно безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. Данный вид шампуня, он безопасен как для окружающей среды, так и для животных, для людей, то есть не раздражает кожу. Смывать шампунь дорожники будут почти сразу после его нанесения. В районе 2 часов где-то получается. Как раз они промывают, пока перезаправляются, то есть шампунь успевает сработать. Машины заправились водой чистой, приезжают и смывку производят. Работники Одинцовского ДРСУ промоют проезжую часть улиц Чикина, маршала Неделина, маршала Бирюзова, Можайского шоссе и других. Главное – успеть до наступления постоянных отрицательных температур, говорят дорожники. Основное условие для таких работ – температурный режим не ниже +5. Полина Бахова, Татьяна Мигдаль, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».